MotoPeople – это всероссийская социальная программа оповещения и взаимопомощи на дорогах. Она создана мотоциклистами, однако применима для всех участников дорожного движения. Любой, попавший в ДТП или иную сложную дорожную ситуацию, может отправить сигнал бедствия в горячую линию через мобильное приложение «Тревожная кнопка». Оператор, получив сигнал, перезвонит и выяснит характер происшествия. Оператор бесплатно оповестит экстренные службы того района, откуда сделан звонок. ГИБДД, скорую помощь, МЧС, вызовет при необходимости эвакуатор, а также оповестит волонтеров в этом районе. Примите участие в программе. Для этого достаточно бесплатно зарегистрироваться на сайте motopeople.info и максимально полно заполнить свою анкету. Это значительно сократит время обработки вызова в случае вашего обращения на горячую линию. Ваши персональные данные хранятся и обрабатываются в зашифрованном виде. Безопасность обеспечивается компанией с лицензией в области технической защиты информации. После регистрации на сайте вы можете скачать и активировать бесплатное мобильное приложение «Тревожная кнопка» с помощью вашего логина, пароля и номера телефона, указанных в анкете на сайте motopeople.info. Все описанные сервисы бесплатны, и программа существует благодаря вашей добровольной поддержке, которую вы можете оказать, оформив карту MotoPeople, всего за 1500 рублей в год. В благодарность за поддержку мы заложили в карту полезные функции, такие как бесплатная эвакуация транспортного средства с места ДТП. Помимо этого, карта является дисконтной и позволит вам получить скидки в расширяющейся партнерской сети магазинов и сервисов. Программа MotoPeople. Безопасность касается каждого.